Астон Мартин Джеймса Бонда продан с аукциона за 2,5 миллиона долларов. Спортивный автомобиль участвовал в съемках 24-го фильма «Бондианы» «Спектр». Инженеры всемирно известной компании разработали его специально для кино. Для торгов специалисты оценили авто в миллион долларов. Аукцион вещей, связанных с легендарным агентом 007, продлится до 23 февраля. Его организаторы сообщили, что всю выручку направят в благотворительные и общественные организации.